Старый город. Антиквариат. Вот нашла Пентакс за 200 шекелей. Если бы он был электронный, он это пленочный. Но все равно вспышечка такая. Вместе с сумочкой еще идет в комплекте. Но здесь я вряд ли найду даже пленку. Конечно, в нашем. А хотя в фотомагазинах, может быть, и есть, еще продают. Ну, конечно, после того, как ты перешел на электронику, уже сложно к пленке вернуться. Okay, мадам. Это наши шумные продавцы такие. Ой, кубики. Красиво. Денежки.